день, господа, позиция держателя телефона «Заряд». Вот так вот он выглядит, пускается он вот на таком листе, с подробной инструкцией по применению. Для чего он нужен? Если вы сталкивались с проблемой короткого шнура для зарядки телефона, или у вас высокие розетки, и нет возможности положить телефон на полку или на пол, вот именно для таких случаев он предназначен. То есть сзади наматывается шнур, втыкается в розетку и вешается. Сюда вставляется телефон, то есть все находится в подвешенном состоянии, телефон заряжается, очень удобно. Всем удачных продаж!